В этом Неман. Удар! Хаткевич отбивает добивание! Есть еще один мяч в нашей встрече. А забивает Яблонский. На добивании он оказался самым шустрым. Уже 5 голов забили команды. Смотрим за тем, как Хаткевич выручает и добивает Яблонский. Даже, может быть, перекладиной коснулся мяч. Жуковский в середину. Савицкий бьет, Хаткевич и Яблонский уже в пустые ворота. Добились своего футболиста Немана.